Приветствую вас, ребята и взрослые. Сегодня будем мастерить космонавта. А все, что нам понадобится, вы увидите в этом видеоролике. Для начала делаю отверстия в крышечках от фруктового пюре. Все свои детали я буду оборачивать фольгой. Не забываю делать отверстия. Ребята, я работаю с шилом, но вы обязательно попросите взрослого, и он вам поможет. Сейчас я делаю детали космонавта. Детали — это будет скафандр космонавта. Из прямоугольника из пластмассы делаю рюкзак. Рюкзак нужен космонавту для того, чтобы получать всегда воздух. Так как космонавты выходят в открытый космос, им нужен воздух. Шланг оборачиваю также фольгой, он у меня будет из проволоки. Делаю небольшое отверстие в рюкзаке и вставляю кусочек шланга. Голова космонавта оформлена. Нарисовала глаза, брови, нос, губы, уши. Шлем космонавта состоит из полусферы, тоже обернутой фольгой. Не забываю делать отверстия, чтобы нам соединить голову с туловищем. Скотчем приклеиваю вторую часть шлема. Приступаю к сборке туловища. Сначала делаю ноги. Одну часть соединяю с другой. Ноги будут состоять из трех частей. Ребята, поддерживайте свое рабочее место в порядке. Туловище присоединяю к двум ногам. Мне помогают зубочистки или палочки бамбуковые. Добавляю небольшие отверстия, если я их забыла сделать. К туловищу присоединила руки. Шея будет крышечка от фруктового пюре. Присоединила голову к туловищу и одела шарфик. Ну что, к полету готов?